Здравствуйте. Мы искренне рады тому, что первый отчетный концерт коллективов города и области собрал столько зрителей. Все коллективы, которые выйдут на эту сцену сегодня, уже ушедшим в 2016 году, подтвердили звание образцовый или народный коллектив. Ведь это значит лишь одно. То, что в сердцах ивановцев живо желание творить. Именно это желание призывает людей вновь и вновь выходить на эту сцену под свет софитов. А помогают им в этом опытные педагоги и наставники, под чьим чутким руководством коллективы живут и востребованы уже много-много лет. Друзья, мы не случайно назвали этот концерт «Радуга талантов». Коллективы, чьи выступления вы сегодня увидите, будь то коллективы хореографические, хоровые или даже театральные, поразят вас жанровым разнообразием. Но открыть наш концерт мы бы хотели не стареющей классикой, выступлением камерного хора. В репертуаре академического женского хора «Вдохновение» Дома культуры Ивановской областной организации Всероссийского общества слепых произведения русских и зарубежных классиков, современных композиторов, произведения духовной музыки и переложения для академического хора народных песен. Разнообразные по характеру произведений концертной программы дают возможность услышать чистоту строя и замечательное чувство ансамблевой слаженности. Ровно 20 лет хором руководит Виктория Львовна Лепорская. Коллектив ведет активную деятельность, и для ивановцев он знаком так же, как и для жителей соседних областей, что говорит о чрезвычайной востребованности и актуальности хорового пения. Сегодня в программе коллектива песни «Креницы», музыка Андрея Эшпая на стихи Владимира Карпенко и песня поэта и композитора Игоря Матвиенко «Конь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Украшает нашу программу коллектив, отличающийся разнообразным репертуаром, в котором присутствуют тематические, сюжетные и игровые танцы, а также танцы народа мира и даже стилизованные танцы на основе современной пластики. Талант, энергия, любовь к танцам, умение заразить этой любовью детей позволили руководителю коллектива Наталье Геннадьевне Грязновой простой кружок вырастить в коллектив народного творчества. БКЖ коллектива почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы всех степеней. За всеми этими наградами стоят труд, упорство, изнурительные репетиции и счастье побед. А на сцене наши гости из Южи. Коллектив народного танца «Сударушка». Уральские вензеля. Не просто, а в муках и преодолениях. Таково творческое кредо руководителя народного хореографического ансамбля «Вербочки» Дарьи Александровны Сорокиной. За удивительно короткий срок «Вербочки» стали поистине народным коллективом. Новый год или Масленица, День Победы или День семьи, любви и верности. Ни один большой праздник, ни народное гуляние в народах не обходится без ярких
задорных танцев коллектива. Бережно относясь к достижениям прошлых лет, коллектив постоянно работает над обновлением своего репертуара. Танцевальный коллектив «Вербочки» – постоянный участник ежегодных концертов и праздничных мероприятий города и области. «Вербочки» – это сильный, яркий, молодой, энергичный коллектив, что дает основание верить в их творческое долголетие. Дорогие зрители, на сцене хореографический ансамбль «Вербочки» «Субботея». Ансамбль «Юность» горячо любим зрителям. За более чем 30-летнюю историю коллектив становился лауреатом и дипломантом многих конкурсов и фестивалей не только Ивановской, но и соседних областей. На протяжении практически всей творческой жизни во главе ансамбля стоит его бессменный руководитель и балетмейстер Ольга Вячеславовна Конорейкина. В 2015 году коллектив широко отметил творческий юбилей программой в двух отделениях. И сегодня они на нашей сцене с хореографической композицией «Выйду на улицу».
Рождество. Девки гуляют и мне весело. Или рождественские встречи, к любому празднику коллектив придает свой неповторимый колорит. Из участников народного ансамбля русской песни создан вокальный ансамбль «Русская душа», который также ведет активную концертную деятельность, регулярно пополняя копилку коллектива дипломами лауреата различных фестивалей и конкурсов. И сегодня с этой сцены прозвучат любимые русские народные песни «Стелится, валяется» и «Хорошенький, молоденький».
сказала вербочке: «Барыня». Красавицы! Исполняет ансамбль народного танца «Сударушка». Oh,
вновь на сцене ансамбль танца «Юность». Башкирский танец «Красавицы». Особое место в сердцах жителей города Наволоки занимает творчество народного театра «Малахитовая шкатулка» под руководством режиссера Марины Юрьевны Грачевой. Уже более двух десятков лет театр радует жителей и города, и гостей города спектаклями и театральными постановками. Жанровое разнообразие, неожиданные, смелые режиссерские идеи и их реализация – позволяют «Малахитовой шкатулке» постоянно находиться в обойме самых востребованных народных театров города и области. Рецепт популярности прост.
Театр старается выполнять как развлекательные, так и воспитательные функции. Спектакли дают зрителю возможность отдохнуть и вместе с тем подумать о жизни, ведь зритель активно вовлечен в действие, происходящее на сцене. Высокий исполнительский уровень позволяет театру становиться лауреатом и дипломантом не только театральных, но и чтецких конкурсов. На сцене актер театра «Малахитовая шкатулка» Сергей Галанин. Николай Богданов, «Дружба», «Отрывок». Случилось это при штурме Берлина. Рота захватила дом на перекрестке, закрывавший подход к Реставу. И тут попала в окружение. Кончились гранаты, на исходе патроны. Кузнецов запросил по радио подмогу, но вражеский радист напал на волну и подслушал. Когда на помощь пехотинцев пытались прорваться наши танки, их в упор расстреляли два тигра, спрятавшиеся в воротах дворов. Танкисты едва спаслись, а танки горели среди улиц, как два дымных костра. Что делать? Многие солдаты были ранены. Фашисты, почуяв, что рота ослабла, становились все наглее. Они строчили по дому из автомата, швыряли гранаты, били по окнам ослепляющими фауст патронами и, крадучись вдоль стен, продвигались все ближе. Наши отвечали редкими выстрелами, сберегая патроны для последней схватки. «Я у стенок, слушаю!» — раздался в наушниках крестоватый голос. «Я Кузнецов, друг Джафарова!» — сказал в ответ Кузнецов по-казахски. «Слушай меня, слушай внимательно, к нам можно прорваться через универсальный магазин, прямо через витрину, там, где дамские наряды выставлены, полбетонный. Это напротив того места, где горят танки. Отвечай по-казахски, нас подслушивают. Вижу горящие танки. Так вот, улицы не ходите, там в воротах тигры. А прямо через магазин его задний фасад выходит на наш двор. Есть, сейчас будем на месте», — сказал Узденов. Его мужественный голос еще долго звучал в ушах Кузнецова ободряющей музыкой. Когда взглянул в окно, он увидел в нем фашистов. Они лезли в дом со двора, пробрались по канализационным трубам, и теперь серые, грязные, как крысы, карабкались в окна домов, срываясь с карнизов и подсаживая друг друга. Не успев снять наушники, Кузнецов схватился за автомат. Но выстрелов не последовало. Патроны вышли все. Он хотел предупредить своих, но все были заняты. Отбивали атаку фашистов с улицы. Вот и смерть пришла, подумал Кузнецов. И такая его взяла досада, что схватил он свою походную радиостанцию, которую берег и лелеял всю войну, и обрушил на ненавистные каски со свастикой. Но в этот момент над головой радиста взвизгнули пули, ударили в потолок, и его засыпало штукатуркой. Будь то он попал под пыльный душ, все скрыло белой пеленой. Это во двор ворвался наш советский танк и, поворачивая башню, стал смертать фашистских солдат с окон и карнизов домов пулеметным огнем. Появлением его для них было полной неожиданностью. Вражеский радист долго ломал голову, на каком это шифре переговариваются русские радисты. Ученый, хитер немец, а казахского-то языка не знал. Все слышал, а ничего не понял. И не успел предупредить своих, как в тылы прорвался наш грозный танк. Опоздай на минуту, погибли бы наши герои. Это был командирский танк, самого Устенова. Другого под рукой не было. Когда контратака была отбита, и Кузнецов пришел в себя, он больше всего сожалел, что разбил свою походную радиостанцию о фашистские головы. Ничего, была бы своя голова цела, рацию новую нашел. «Дружба», — утешил его Устенов. И деловито оглядываясь, тут же спросил, нет ли здесь местечка, откуда стрельнуть по Реставу. Джафарову удалось спасти. Раны его оказались несмертельными. Кузнецов остался в Берлине, а Джафаров поехал домой. Порядочно заштопанный докторами, но живой и веселый. И всю дорогу пел. Интересная это была песня. Слова казахские, а мотив рязанский.
Многим было интересно, о чем поет, мне сказал. Но он не мог перевести точно. И все ссылался на своего дружка Кузнецова, который остался на службе. Вот тот бы точно перевел. Одним словом, про дружбу хорошая песня. Говорил Иргаш и снова пел. Друзья, наш концерт продолжает солдатская военная в исполнении старшей группы коллектива народного творчества «Вербочки». Рождаются мужчины. Стоял ребенок
на краю бульвара. Воздушный шарик плыл над головой. Земля имеет тоже форму шара. Он тоже разноцветный, но живой. А тот, ребенком пущенный на волю, летел, летел и лопнул пополам. Полз человек по фронтовому полю, был горизонт прибит к пяти шагам. Шатался мир, расколот был экватор, земная ось обуглилась в огне. Ты был солдат? Был ли ты солдатом? Спасал ли ты любимых на войне? Сгорал ли ты от холода, от жажды? Кровавой тряпкой раны бинтовал? На безымянном поле не однажды друзей своих в могилы зарывал. А сколько их осталось незарытых и позабытых, сколько ты считал войной убитых, бронзу не отлитых, не поднятых на звонкий пьедестал. Они легли на мертвые высоты, в глазах у них застыли облака. Встань у земли, солдат 4-й роты гвардейского пехотного полка! Встань у земли, очисти хлеб от пепла! Приди к реке, июньский звездопад! А те, кто хочет, чтоб земля ослепла, пусть отсчитают 5 шагов назад! Прочь! Прочь земли безумству водорода, взбесившихся молекул кутерьму! Учиться бы народа терпенье, справедливости, уму, не презирать друг друга, не неволить. Жестокость человеку не сестра, любую боль на свете обезболить. Рождаться под созвездием добра, я в это верю. Нет такой причины, чтоб смерть грозила с каждой стороны. Не для войны рождаются мужчины, а для того, чтоб не было войны. Под звуки чарующей музыки в элегантных костюмах танцоры демонстрируют настоящую магию танца. Они постоянные участники областных, городских и региональных мероприятий и праздников. Танцевальные пары образцового сманительного коллектива народного творчества ансамбля бального спортивного танца «Талочка» вновь и вновь подтверждает свое мастерство на конкурсах и турнирах разного уровня. Обилие наград – результат не только танцоров, но и их руководителей. Профессиональные педагоги Игорь и Наталья Слесаренко большое внимание уделяют репетиционной работе, что говорит о руководителях, как о высококвалифицированных специалистах экстра-класса. И это подтверждается удачными хореографическими решениями номеров, а также культурой костюма и, разумеется, культурой прически. Участники коллектива неоднократно становились призерами и медалистами кубков городских, областных, российских и международных турниров. Игорь Борисович и Наталья Ивановна воспитали не одно поколение учеников. Многие выпускники ансамбля стали известными танцорами. Некоторые из них продолжают дело по развитию бального и спортивного танца в России и за ее рубежом. Итак, встречайте, на сцене образцовый самодеятельный коллектив народного творчества ансамбль бального спортивного танца «Талочка Латина». Baila, baila, meu amor. 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 Baila, baila
Я тебя. Я тебя.
друзья, порой вызывает удивление то количество наград, количество призов и дипломов, которые успевают получить за год народные и образцовые коллективы. Это утверждение в полной мере относится и к следующему ансамблю под названием «Легкое дыхание». Участники коллектива постоянно выступают с концертами на различных площадках города и области, а также принимают активное участие в концертных программах мероприятий различного уровня. Коллектив работает в популярном жанре эстрадной хореографии. Педагог Татьяна Геннадьевна Хорошаева удачно применяет в композициях сочетание современной пластики с элементами народной хореографии. В репертуаре ансамбля более 30 танцевальных композиций, с которыми коллектив неоднократно становился призером и победителем международных, российских, региональных, областных и городских конкурсах хореографического творчества. Итак, друзья, на сцене ансамбль танца «Легкое дыхание». Хореографическая композиция «Подарок для слона». Должна быть интрига, я бы даже сказал, своя загадка. И эту загадку смогла разгадать Любовь Львовна Барсукова, которая и руководит коллективом с одноименным названием. В репертуаре ансамбля «Загадка» танцы самых разных жанров и направлений, такие как сюжетные игровые миниатюры, патриотические и тематические номера, которые стали визитной карточкой этого коллектива. «Загадка» ведет активную концертную и благотворительную деятельность. Из года в год репертуар ансамбля становится все богаче и ярче. Появились номера с акробатическими и спортивными элементами. Каждый номер – это красочная картинка с выразительными костюмами и декорациями. На сцене, как вы уже видите, образцовый хореографический ансамбль «Загадка». Don't get all caught up in knots. Just get a fish and a club or not. Okay, now we're gonna teach you how to really dance. This is part one. Little fish, little fish. One, two, three, four. Big fish, little fish. Big fish, little fish. Big fish, little fish. Cardboard box. 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 We're all having fun. Oh, 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 oh
all soup it out. That's the ticket. Be my monk and dig, dig, dig it. This is fun too. People just scoop it out and dig, dig, dig it. Can you dig it? One, two, three, four. Big fish. Little fish. Big fish. Little fish. Now anyone can join your crew, and you'll carry me to lift that hammer, big or small, bang that nail into the wall. Okay, this is the last bit now. You've got to bang that nail into the wall. One, two, three, four. Scoop it out. Scoop it out. Scoop it out. Call it a little box. Scoop it out. Scoop it out. Scoop it out. Scoop it out. Call it a little box. Fish in the fish couple box. Fish in the fish couple box. Fish in the fish couple box. We're all having fun. Следующий коллектив, который появится на этой сцене, без сомнений, знаком каждому зрителю в этом зале. Ведь это образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья». Уже более 30 лет коллективом руководят его создатели, заслуженные работники культуры России Наталья Альбертовна и Марина Альбертовна Соковы. За годы существования коллектива было выпущено 7 музыкальных альбомов. И сейчас репертуар ансамбля известные и популярные детские песни российских и зарубежных композиторов, советская песенная классика и произведения ивановских авторов. Руководители ансамбля постоянно находят новые формы работы с коллективом, проявляя профессиональное мастерство, целеустремленность, организаторский талант и творческий подход к делу. За время многолетней деятельности коллективом внесен существенный вклад в развитие детского вокального искусства, сохраняя верность лучшим музыкальным традициям песенного жанра. Коллектив является лауреатом и дипломантом многих престижных фестивалей и конкурсов. Неразлучные друзья – постоянные участники международных фестивалей детского художественного творчества, проводимых как в России, так и в странах зарубежья. Но пусть работа этого коллектива говорит сама за себя. Точнее поет. На сцене образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья». Воды во вселенной всей. Я помню,
уверенностью, можно сказать, что выступление следующего коллектива вызовет особый интерес. Ведь ребята, занимающиеся в ансамбле «Росинка» под руководством педагога-балетмейстера Марины Сергеевны Клыгиной, постоянно ищут свой творческий путь. Правильно подобранный музыкальный материал, профессионально разработанные костюмы помогают участникам коллектива создавать интересные хореографические образы. Контрастный творческий потенциал ансамбля с легкостью позволит отследить хореографическая композиция «Черное-белое». Субтитры сделал DimaTorzok.
загадка. Услышь мою душу. Зазвучат неповторимые голоса неразлучных друзей. Позади крутой поворот.
сегодня в этот удивительный, замечательный вечер нам подарили возможность в очередной раз убедиться, насколько богата палитра талантов земли Ивановской. Это самый настоящий праздник, это самый настоящий бал. Бал радуги и талантов. И как любой бал, он должен закончиться вальсом. Как знать, может быть и для этого зала бал радуги талантов тоже станет доброй традицией. И в завершении «Венский вальс» в исполнении образцового коллектива народного творчества ансамбля бального спортивного танца «Талочка».